До музея Героя Советского Союза Ивана Коваля действует Каменки с 1984 года. Его открыли в доме, где родился герой. За все эти годы капитального ремонта здания не проводилось. Осыпающаяся штукатурка фасада, прогнившие полы, обветшавшее крыльцо. Все это теперь уже в прошлом. Выполнены ремонтные работы фасада здания. Также выполнена внутренняя отделка помещений. Это косметический ремонт стен, потолка. Частично заменено покрытие пола. Выполнены работы по ремонту крыльца. Изначально ставилась задача восстановить участки фасада и стен таким образом, чтобы предотвратить их разрушение, освежить сам вид здания, но в то же время сохранить его самобытность. Больших изменений претерпела и прилегающая территория. Старый деревянный забор заменили на металлический, а разрушенную асфальтобетонную дорожку к музею замостили тротуарной плиткой. У входа в музей появился и постамент с бюстом героя. У нас в районе 4 героя Советского Союза, и в каждом селе, где проживали эти герои, установлены им бюсты. К сожалению, Ивану Нестеровичу не удалось его сделать в былые времена, и мы в этом году решили восполнить этот пробел. Заказали хороший памятник, установили его в дворе, где проживал Иван Нестерович. Получилось неплохо, я думаю, что будет еще одним таким элементом укрепления памяти этой легендарной личности. К слову, уже через несколько дней камчане будут отмечать 100-летний юбилей со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Коваля.